Я думаю, что наше общество и так достаточно пуританское и агрессивное по отношению к всякой инакости. Люди путают понятие свободы и вседозвольности. Это немножко разные вещи. Судит кто? Где мы наберем столько высоконравственных, честных, идеальных людей? Наверное, я не позволю своей работе себе сделать, даже ради искусства, что-то такое, что будет лично для меня аморальным и безнравственным. Я никогда за всю свою жизнь ни разу не разделась. Ни на сцене, ни в журнале, ни в кино. Нету никакого института, который за нас решит эту проблему. Нету плохих людей, нету хороших людей, понимаете? Человек, которого вы считали сегодня замечательным, светлым и хорошим, он может поменяться в миг за 2 секунды. Церковь не решает проблем нравственности. Она декларирует целый ряд очень важных и, наверное, правильных вещей, но способы пропаганды церкви этой нравственности находятся, конечно, на уровне совсем другой исторической эпохи. Большая часть российского общества достаточно здорова, чтобы эротические передачи после часу ночи не могли всерьез повлиять ни на психику, ни на нравы.